То припустит дождь, то моментально все утихнет, и через полчаса палит солнце. Комбайны и их хозяева за штурвалом, как в поговорке, но не у моря. У пшеничного поля ждут ясные погоды, но всегда и все в полной боевой готовности. Площади, еще не убранной зимой пшеницы, значительно сокращаются каждый день. О ходе уборки в целом по району нам доложил главный агроном Управления сельского хозяйства Беслан Батышев. На 19 число текущего месяца в Кашхабском районе убрано более 7 тысяч гектаров. Проведение уборки предстоит еще на площади более 5 тысяч гектаров. Урожайность по району в среднем составляет 51,3 центнера с каждого гектара. В среднем каждый день при хороших погодных климатических условиях убирается в среднем около 800 гектаров, бывает доходит до 1500 в день. Но, к сожалению, последние дни, дождливые дни, у нас уборка немножко притормозилась, снова восстанавливаются темпы уборки, надеемся закончить уборочные работы в оптимальные сроки. В хозяйстве Аминабзасижева кипит работа. В день нашего приезда наблюдалась красивая картина. Три Енисея и один Дон один за другим убирали золотистые зерна пшеницы. Всего в хозяйстве обрабатывается 440 гектаров пашни. Из них озимая пшеница в этом году занимает 200 гектаров, овес 50, подсолнечник 70 гектаров и под кукурузу отведено 100 гектаров. К уборке пшеницы приступили 12 июля. Убрано на сегодня 120 гектаров, урожайность на сегодняшний день 55 центнеров, но сейчас, наверное, чуть меньше будет, потому что дожди свою лепту внесли. А так, до сегодняшнего дня было 55. Устраивает, вполне устраивает, и качество зерна устраивает. Техника, комбайны, все это наемные. 4 техники задействовано. 3 Енисея и 1 Дон 1500. А автомобили, из-за того, что комбайнов много, я нанял тоже автомобили, своими не справляемся. Нельзя не отметить героев жатвы, тех, кто с раннего утра до позднего вечера трудится на поле, собирая урожай. Это водители Аслан Папов. Кстати, Аслан является лидером по перевозке зерна среди автомобилей ЗИЛ и Казбек Мамухов. Механизаторы в хозяйстве трудятся на протяжении 10 лет. Словом, труженики хозяйства трудолюбивые и понимающие, что от их работы зависит будущий урожай. Ответственная сейчас пора, и каждый труженик на страде занят своим делом. Каждый выполняет его с честью и достоинством. Все они заслуживают самых добрых слов.